15 апреля по 31 мая текущего года пройдет всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Новый метод планирования общественных пространств дает возможность горожанам самим сделать выбор за ту территорию, которая, по их мнению, больше всего нуждается в реконструкции. В 2023 году в Каспийске принимает участие 4 объекта. Сквер по улице Халилова, 44, бульвары по улице Орджоникидзе от Сулейманстальского до Халилова, а также сквер по улице Октябрьская, 7-7Б. Отметим, что отдать свой голос может любой гражданин от 14 лет, который имеет свой аккаунт на госуслугах. Для этого понадобится перейти на сайт 05.городсреда.ру, выбрать город Каспийск и в появившейся вкладке «Территории» выбрать одну из 4. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, новости, телеканал «Среда».